Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. Как видим, прошло совсем немного времени, и я уже вот этой маленькой лопаточкой перебросал примерно полтонны компоста. Вот с края червячишки вот здесь. Ну и как видим, дальше уже пошла жидкая фракция, которую лопатой невозможно черпать, и будем это делать вот этим ведерком. Согрелся, размялся, но а чтобы сказать, что вам такого желаю, это уж на ваше усмотрение. Ну а для начала и вообще желаю вам здоровья и благополучия.